Птицефабрика открылась в Чистцах в 1965 году. За это время стала самым крупным производителем охлажденного мяса птицы в регионе. Выпустили 62 тысячи тонн готовой продукции только за прошлый год. У нас есть свои инкубаторы в Липецкой области. Там все выращивается. Пленка привозит сюда 1-2 дня. И дальше выращиваем здесь до 45 суток. За экологичность и безопасность птицу выращивают на натуральных кормах, а в процессе переработки используют воду из артезианских скважин. На всех этапах строгий контроль качества. Риск заболевания птицы снижен максимально. Мы выпускаем охлажденную продукцию из цыпленка бройлера, целую тушку, то есть целого цыпленка, и разделку из цыпленка. Есть маринованные продукты и есть линейка, называется «Американские продукты». Это бескостные позиции в разделке. Округ готов помочь предприятию с передачей сетей холодного водоснабжения и канализации на баланс муниципалитета, а также включить остановку около фабрики в маршрут рейса номер 43К. Евгения Августина, Олеся Лукина, телекомпания «Одинцова».